витископ. Всегда личность арбитра важна в том плане, чтобы он был узнаваем, и футболисты знали его, ну, в какой-то степени знали и он их, для того, чтобы вот был какой-то определенный, ну, скажем так, контакт, чтобы он мог, опять же, не надавать, не испортить нам красными карточками, ненужными пенальти, для того, чтобы вот это вот, ну, я же говорю, грань между фолом и нет фола, да, все-таки была выдержана в пользу игры, а не пересвистывания игры. И поэтому футболисты должны это понимать, и они арбитра должны методику или стиль, по крайней мере, знали, ну, догадываться. Потому что они же тоже, играя в Европе, ну, вот вчерашние команды, да, турка знали. Мексиканца уже узнали мы по ходу чемпионата, что у него такая есть специфическая манера, но он тоже свою линию выдерживает и дает возможность поиграть. Поэтому знать его лично не надо, но я думаю, методику каждый друг друга должны знать. Витископ. Спортивное видео.